Да, Ильда, я хотел бы тебя поздравить с этим прекрасным днем рождения. На самом деле, мне очень приятно, что ты меня имел такое счастье пригласить. И я увидел много друзей, которых давно совсем не видели. Как-то выпал из тусовки в свое время, но, видимо, в нее и попало. Знаете, как Алла Борисовна Пугачева говорит, когда ты начинала свою карьеру в этом заведении, надеюсь, здесь я и не закончу. Кстати, друзья, не расходимся, потому что Ильдар Южный нам споет свои новые песни. Никто никогда их еще не слышал. В отличие от меня. Ну, в смысле, я так позиционирую, правильно, да? Друзья мои, я бы хотел подарить песню очень хорошую 70-х годов. Я думаю, что Гриф-Грач, вы уж простите, но поаплодируйте ведущему сегодня. Ой, как вяло все. Сейчас пою, будете громче аплодировать. Эту прекрасную песню 70-х.